Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 14-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Без обид», порадовав прапора 10 гранатами, закрыл квест «Забудем старые обиды», порадовав терапевта связкой из 4 ключей, вынес посылку механику с таможни по квесту «Садоводство. Часть 3», заложил на заводе папку для прапора по квесту «Посылка из прошлого», пометил 4 прицепа с топливом на таможне по квесту «Нефтянка для прапора», и закрыл 3 оружейника, часть 6, 7 и 8 для механика, со сборкой АКМ, М4А1 и АКС-74Н соответственно. Выпуск поддержали финансово Дмитрий Бригер, Сиега, Илья Лето, Мицуми, Кристина Калашникова, Shadow Like, The Spectator, Ренти, Мистер Гнис, Фрэнки Уайлд, Стефан, Джей Декс и Ред Гост. Спасибо большое за кучу донатов, вы очень добры ко мне. Будьте здоровы. В озвучку особо не хочу ввязываться, если честно. Но мерси за комплимент. Дела, настроение, огонь. Шлю привет Тюмени, шлю привет Татарстану. А насчет пристрелки, мне проще чуть выше прицел взять. Но если от позиции вести огонь по определенному сектору, тогда да, лучше скорректировать, согласен. Спасибо вам еще раз за щедрость. Всем приятного просмотра. Наварилась, наготовилась, тут куча всякого приятного. Так, строим тир. Щедрещ. Второй уровень имеем. Да, тут куча всякого предметов. Короче, еще надо будет верстак, освещение, ну и все такое. Дальше, верстак второго уровня, говорят, тоже готов. Бам, можем варить газоанализатор. Так, а для третьего что там надо будет? Понятно, понятно, склад надо качать. Можно будет заказать газоанализатор, в принципе, тут предметы не совсем уж и редкие. Если сегодня я в течение выпуска не найду газоанализатор, то я его закажу здесь в верстаке варку. А, кстати, сломанный смартфон здесь сварился у меня, я заказывал варку, мы его сейчас сдадим сразу же тогда, наверное, да? Механику. Это у нас сигнал часть вторая, один из 3 смартфонов есть. О, пошел процесс. Также у нас вентиляция второго уровня сварилась. Отлично. И пищеблок второго уровня у меня готов. Теперь я могу позволить себе сварить пару пачек сигарет. Тоже сегодня, если в течение выпуска не найду, чай у меня есть. Пачку сигарет Союз Аполлон, это мелочь. Поставим на варку в конце выпуска тогда. Ну чё, прокачаемся незаметно. Давай попробуем потренироваться, что ли, ё-моё. Ох, блин, надо было раздеть персонажа. Броню-шмарню, а то, говорите, там может быть такое, что руки ломаются от этого, да? Чем больше всякого надето на него, тем больше вероятность того, что сломаются что-нибудь, конечности какие-нибудь. Но я уже прокачал силу до 6, уже неплохо. Сейчас сломать что-то. Блин, надо нажимать сосредоточенно. Все промазал половину. Нормально. Насыпалось еще сверху, кстати, квестов. У меня прапор говорит, гренадер сделаешь, говорит, 8 взрыв. Взорви, говорит, 8 ЧВК, и все нормально будет. В общем, убить бойцов ЧВК, используя гранаты 8. Честно говоря, я, по-моему, ни разу вообще не делал в жизни этот гренадер. Механик выдал оружейник, часть 9. В принципе, простенький оружейник. Можно будет попробовать тоже сегодня его сделать, да? P226R собрать, говорит. Барахольщик выдал квест «Любитель балета». Для выполнения этого квеста я подсмотрел на Tarkov Help. Там нужен будет ключ перехода. Но этот ключ не продается на барахолке, только бартер какой-то там неадекватный. Пока откладываем. И у егеря аж 3 квеста у меня появилось. Это визит вежливости, который я хочу сегодня постараться сделать. Мне необходимо на локации берег заброшенные дома найти. Председателя дом, рыбака дом и дом священника нужны будут. Мутное дело, это 3 флеш-накопителя нужно будет егерю принести. Резерв. Найти склад продовольствия на резерве. Это несложно, в принципе. И отшельник. Это квест на маяке. Мне нужно найти убежище друга егеря. На локации маяк забрать там послание, письмо кое-какое и выйти с локации. Я предлагаю все-таки первый дикий рейд сделать за дикаря. И так как мне нужны пару винстонов и газоанализатор, может быть, в лес тогда сходим на затопленную и на пункт питания под антенной. Если будем недалеко от МЧС, то на МЧС заглянем. Может, там газаны не забирают. Там, говорите, тоже есть газаны. И сишки там можно поискать. О, как раз перед МЧС, 18 минут. А, так, окраина, дикий мост, бункер диких, восточные скалы. Все понятно, ничего не понятно. Ну, давай тогда на МЧС заглянем, поглядим. И если что, на восточных скалах, хить, если тут найдем, что нам надо. А если здесь на МЧС не найду, то пойду пофиг, прям вниз спущусь, на 1, 2, 3 туда. Там пошарю, может быть.
Куда-то далеко бежать не вариант, не до затопленной я, в принципе. Ну, я добегу до туда, а нормально полутаться уже не вариант, там уже выгребут все, во-первых. Во-вторых, галопом все придется это делать. Нафиг надо, братан. Что там у нас? Ну, понятно, ключ доступа и все такое. Нормально. Ох, мне бы ее забрать бы домой-то так-то по-хорошему, да? А это же квестовая ключ-карта. Так что смотрю здесь и точно иду на выход. По-любому у меня уже один квестовый предмет имеется. Вот так вот оно и происходит. Тушенка. Мальборо. Чай. Я люблю чай. Но жаль, не те сишки попались, которые нужны были. Слушай, тут, по-моему, даже и не лутано. Как-то все свежо выглядит. Сгущенка валяется. Но я уверен, что я сейчас все слоты забью. У меня тут маленький мешок, маленький этот... рюкзачок. Ой, этот, разгрузка. Здравствуйте. Похож на чувака. А это что такое? Обдолбосятина? Пойдет. С утра обдолбоснулся. Весь день свободен, но... Нет, тут кто-то был. По сути, лутать должны были, лутануть должны были что-то. Тишина. Живой. Кошелек даже есть. Бумажник, то бишь. О, солевы квестовые. Когда вы нужны были. А тут они прям две рядышком красивые лежат, да? Ох, ядрёна вошь, какие тут вкусняхи-то. Хотя ладно, они уже 1030 там стоят, толку-то с них. Инструментов с этих. Что солево третье? Ну все, квест сельпо этот. Дефицит был бы закрыт, прикинь. Вот так вот оно и бывает. Ништяк, пацаны, сегодня кайфуем. Кайфуем. Как умеем, так кайфуем. Эх, сигареты я так и не нашел, получается. Это я бы забрал тоже. Ага, видел, да, кто-то на горе там? Бочком-бочком шел. Это интересно. Да ладно, два пауэрбанка. Там влево кто-то, справа налево. Понятно. Пойдем вниз. Слушай, а я же хотел на восточные скалы пойти. Чего я сюда поперся? Пойдем нафиг на восточные скалы. Я лучше спокойно там еще парочку тайников посмотрю. И на восточных скалах тогда я выйду нафиг. Че оно мне? Больше всех надо вот это вот, что ли?
Я там не понял, кто там был, ЧВК или Челобот. Он прям конкретно в мою сторону такой посмотрел, увидел, как я поднимаюсь, и чик боком такой. Вроде нормально. Что у нас тут? У нас тут до восточных скал еще есть бункер. Сиги, правда, негде поискать, а тут уже утонули, видать. Ну, блин. И там тоже что-то скинули. Показалось. По времени у нас 11 минут. Нормально. В бункер спускаться не буду, я не вижу смысла. Там в основном всякие стройматериалы, ящики оружейные. Там мне Винстон Сишки точно не найти. Я лучше в один тайничок загляну здесь. Еще в один тайничок там. Третий там. Может, там что-нибудь найти получится. Так. Вот это даже поинтереснее выглядит, слушай. Так вот, да? Похоже, что челобот. Подошел такой, раздербанил его. Что, у нас еще пару тайников. Блин, можно, кстати, спуститься вот сюда на эту. На лесопилку, на пилораму эту старую, да? Там глянуть. Так-то там есть эти ящики с хавчиком. Давай, наверное, я туда все-таки загляну. Все равно красный таймер. Я думаю, что вероятность встретить там ЧВК крайне мала. Выход в восточные скалы, это вот здесь прям. Так что рядышком совсем. А тут перспектива найти добро, которое меня интересует, очень даже. Хорошее. Здесь у нас ящик есть продовольственный наверху, да? А тут лутана. Ну, вполне возможно, что сишки ее не забрали. Хотя бы. Хотя бы сишки. Тут расковыряли нормально так. Дай сиги. Аполлона только дает. Ну ладно. Зря ты так, Тарков. И тут посмотрели. Обычно тут вообще никто ничего не смотрит. Вот здесь тайничок еще гляну один.
вот этот. Да ладно, и тут посмотрели все. Тушенку только сварил, 15 банок, все, тушенка начала попадаться, да? Все нормально. Тушенку сварили, мы выезжаем к вам с тушенкой. Надо же, зараза, все обчистили. А там на МЧС вообще ничего не тронуто практически было. Парадокс. РПК-16 не надо нам. Ну, пойдет. В итоге получилось так, что самый ценный лут я получил сразу же, когда заспавнился на карту. Ключ-карта от входа в лабораторию. По-моему, у меня как раз-таки одна дома имеется. Вот это вот вторая, их две нужно будет как раз егерю потом сдать по квесту. Значит, квест у меня будет уже готов, если донесу до выхода. Ладно, пошел я. Не добежал до Газана, до затопленной деревни. Обычно я там их находил. До пункта питания наверху под бункером. Под антенной, точнее. Но ничего страшного. Зато у меня есть ключница теперь еще одна. И ключ-карта с доступом в лабу. 12,5 минут, 1500 опыта и ништяки в виде ключницы, которую можно... Хотя у меня подсумок маленький. А, слушай, я же подсумок могу, кстати, выменить у миротворца или у механика у кого-то. Правда, там денег надо около 1,5 миллиона. В общем, как накопим деньжат, можно будет подсумок побольше на 2 ячейки себе взять. Хотел оружейника попробовать сделать, но сексауровские накладки вот эти, они недоступны, в общем. Их сразу, видимо, выкупают, хотя они стоят тут копейки, 2240 рублей. Придется ждать до следующего завода. Воза аж 2 там с лишним часа. Ладно, потом тогда в следующем выпуске сделаем. Поехали, значит, за ЧВК мы тогда на бережок. Попробуем сделать квест для егеря. Если пройдет все гладко и быстро, безболезненно, то можно будет еще на маячок сходить за письмом, также для егеря выполнить еще один квест. Было бы здорово где-нибудь недалеко там заспавниться, сразу проверить дома, чуток накидать хабара в мешок, да и на переход на маяк свалить. Ой, какой хороший Тарков спаун мне дал. Ядрёна вошь. Прям фантастик. Если никто не помешает, то это будет быстрый рейд. Без беготни. По всей локации. Прям недалеко от заболоченной. Тетрис, что ли? О, базару нет, Винстон. Так, тут задерживаться не буду. А, нет, буду. Куртки хочу посмотреть. Наличие ключей каких-нибудь. Надо было ключницу взять. Ладно. С СВД кто-то наяривает. По дереву топать. Палевно, вся округа видит, слышит. В общем, есть передо мной пару спавнов, я поэтому немножко это самое... Тут решил задержаться, чтобы там рассосался народ. Самую малость.
что за болотом на болоте заспавнились, они обычно к коттеджам бегут, либо по той стороне к западке. Но бывает, что и прям в мою сторону. Что за вспышки? Что это за фигня? В курсе кто-нибудь? Блин, вот такого вечно. Не срачка, так болячка. Какая-то дичь происходит постоянно. Нашел прям чайные рейды. О, хорош аккумулятор, автомобильный аккумулятор. Хотя у меня уже есть возможность в верстаке варить аккумуляторы, и цены на танковые аккумуляторы сейчас упали, адекватнее стали. Все, пойдем потихонечку по квестовым домам. Истерия с ценами прекратилась почти. Вот как раз там уже сейчас возня вся происходит. Я думаю, что здесь спокойно должно быть. Вот он, первый дом председателя. О, здесь уже открыто кто-то был. Значит, не зря я там на болотах задержался, малость. Тряпку не забрали только. Интересно. Так. Да ладно, я отвечаю, я так и думал, что здесь еще один аккумулятор. Вот это Тарков. Ё-моё, смотри, что он делает. Он мне выдал даже два аккумулятора, прикинь. Это вообще законно? Так, сиги я заберу однозначно, конденсаторы. Вот это я забираю однозначно, да? Ох, мать. Блин, а мне бежать туда же надо еще. Скину. Это там кто-то то ли дикий-то какой-то дерзкий, то ли с СВДХ заспавнился, то ли там чего где-то сидит в засаде. Надо незаметно туда-сюда домой два аккумулятора нести. Нельзя просто так взять и профукать два аккума, да? Так, это был дом священника. Остался дом рыбака. Дом рыбака, вот он. Пойдешь со мной. Да ну не застревай, ты чё?
есть. Дом рыбака. Отлично. Все. Мешок битком. Квестовые дома проверил. Сейчас еще ящик большой посмотрю. И валим на переход на маяк. О, ядрёно больше, тут что-то вкусное, смотри. Волынок-то. Бам, зашибись. 104. Еще тяжелее стал. Ну, благо тут идти. Всего ничего. Пятьдесят килограмм, 600 грамм. Полцентнера несу на себя. Вот такая вот она. Жизнь нелегкая. Два аккумулятора, офигеть. Вот это мне повезло. В двух тайниках ближайших. За авторе можно будет не переживать, да? Только свечи надо будет найти, и вся любовь. Ну, хороший, вкусный, быстрый, продуктивный рейд получился. Нормас. Чуть больше 9 минут, около 1000 всего опыта, но оно и понятно. Главное, налутал туда-сюда, и с галочкой остались у меня аккумуляторы. Первый квест на сегодня — это визит вежливости. Нашли дом председателя, дом рыбака и дом священника. Выжили, вышли с локации. Награда наша. Теперь на маяк. Попробуем сделать отшельника. Найти убежище друга егеря на локации маяк, и выйти надо будет с локации с письмом. По снаряге ничего менять не буду, все то же самое. Пойду теперь на маячок за ЧВК. Мне нужно будет забрать письмо, которое находится также на старой заброшенной деревне, и там будет недалеко выход, переход на берег, поэтому я деньги там ничего с собой брать не буду. Заберу письмецо, если будет возможность, там же полутаюсь чуть-чуть и на выход. Ого. Кто я? Где я? Опачки. Да ладно, я прям... Ой, хорош, Тарка, что ты творишь? Он меня прямо перед нужной деревней заспавнил. Правда, перехода у меня не будет на берег, да? Переход на берег у меня есть. С ума сойти. Быстро, не спеша осматриваем все это дело. Бам, изоленту имеем. Здравствуйте. Патроны какие-то лежат, пистолетные, не то. Но это не то. Все не то. Да что тут, Тарков, дай лута, ё-моё. Ну ладно. Хоть спаун хороший дал, на том спасибо. В общем, гляди, что мне надо. Вот эта землянка. А вот этой землянкой письмецо торчит. Чик. Письмецо забираем. И можем идти на выход. Изи-пизи квест.
Учитывая, где меня заспаунило, да? Трассеры. Не пойдет. На саморезы уже ничего не стоят. Так, лады. Тогда имеет смысл там пошарить, в коттеджах. Но там уже опасян. Там уже дикие, во-первых. Во-вторых, там человеки могут лазить. Чем могут затаиться где-нибудь на камнях, и ты кого? Куда чё, куда он? Опачки, ЮСЕК отступник казарма. Пойдёт. Я понятия не имею, откуда этот ключ, что он открывает, но я потом посмотрю обязательно. Обязательно, обязательно. Так, тут что, кого? Квасик. Поквасить можно будет. Па. Что такое ощущение? О, иридиум. Пойдет, пойдет. Иридиум мне интересен. Потому что иридиум — это один из предметов бартерных на несгораемый этот самый контейнер. Как он называется? Забыл. Ну, в общем, на две ячейки, которые больше. Бета получается. Внимание. Засранцы уже близко. Тут еще баньку позырю. Ну, в смысле, этот дом. Ты, Тарков, так нечестно. Дай газан. Вот здесь газан, да? Техснабовский. Давай газан. Давай. Сюда такое палево, если честно. Так хорошо эти доски слышно. Ну и не надо. Ладно. Пошел я. Ты квестовый предмет взял и начал вот это.
Я думаю, мне предостаточно будет опыта, которого я налутал. Да хотя, в принципе, я уже и на локации больше 7 минут провел, так что все нормально. Пробежки точно не будет. Иридиум не убрал, подсумок такой. Но тетеп. Пацанов понервничать там заставил, походу. Емеля уже не нужен. А что такое? СНБ пойдет. Трассеры не пойдет. Страйк не падет. Вот Винстон были бы, вот это вообще был бы кайф. Я бы чисто сейчас закрыл один квест. Вредная привычка, которая... Мяч, как у меня в детстве был. Один в один резиновый. Я даже помню, какой он на ощупь и на запах. Эх, детство, детство. Что это? Где газан? Так, дай мне ключ от временки на внутри там, блин, пока вы говоришь. Так, не понял, что надо, я не дал. Что-то скромно слишком. Так, ладушки, что, погнали-то домой? Пойдем домой. Хороший, быстрый рейд. 10,5 минут, 700 очков опыта за то, что полутал туда-сюда, да? Квесты выполняются, значит, делаем все правильно. Я не понимаю, как это происходит. Послание я нашел, а убежище друга егеря на локации маяк, типа, и так и не нашел. Как это возможно, я без понятия. Я закрыть квест не могу, мне надо возвращаться опять туда же. Он, типа, не понял, что это в это самая времянка? Понятно. Ну что, надо еще идти. Пошли опять за ЧВК, опять пошли на маяк и... Да пофиг, вечером можно будет пойти, я думаю, там допоздна ошибка, ходить не будут, чисто посмотрю опять эту деревню, да и на выход сразу же. Он забрал письмо, но при этом не понял, что это, оказывается, его убежище. Так. Так. Ну, в принципе, я не особо далеко. Я недалеко от этих самых, да? От коттеджей. Которых я лутался. Давай, продирайся. Вот они, коттеджи. Так, я бы, знаешь, что сделал? Как бы сделал? Сразу спущусь. Ить. Так, я бы заглянул сначала в этот коттедж. Чик. Походим тут лутанем. Нет, тут, оказывается, тоже вон ящик. Оказывается. Но сейчас точно Тарков даст мне газан, да, Тарков? Блин, хороший спаун. Я боялся, что у меня спаун будет где-нибудь на стороне вообще маяка той степи.
Но нет, обошлось. Не придется бежать через всю локацию. В общем, в ужасе тут все осматриваем. Тут, оказывается, ящичек. Вон. Я не заметил первый раз, когда ходил. Баньку посмотрим. Дикий. Ну, дикие мне под носом тоже. Пацаны, да сладкие они, не ссыте! Дурак, что ли? Пипец ты держишь. Три выстрела держит. Четыре выстрела. Пять выстрелов. С ума сойти. Это ЛПС, конечно. Но не пять же выстрелов. Так. Давай, раз уж в этой степи, туда заглянем. В сарайчике можно добро... Ой, я сейчас пойду туда, сюда лутаться. Нет, давай, я вот здесь смотрю и все. Во, вот это вкусно. Вот это нам на газан на варку пойдет. Что я чувствую, сегодня газан не найду. Вроде и места не самые скудные, да? По луту. Но однако, ну вон оно чё. Пойду, наверное, сначала заберу письмо, а потом на обратке еще в этот коттедж зайду. Или нет, будет правильнее, если я сначала в этот коттедж зайду. А на обратке просто вон туда по краешку пойду. Сейчас, если пацаны придут на скалы... Не вариант сюда возвращаться будет вообще. Как закон подлости, блин. Только взял ключницу, ни одного ключа не нашел. Так вот оно и работает. Я заберу гайки. А вот раз тишина. Чистоган получается. Еда и еда отсутствует.
блин, ВДшек всяких туда-сюда, смотри, еще и пропанище, пропанище. Всякого хлама насобирал, конечно. Один килограмм. Ну как-то проще жить стало, да, с этим? Там патч подкинули. Теперь подвинули немножко перегруз. Прям приятнее стало. Комфортнее в разы. Что-то прям ну, совсем душняк. Даже просто одеваешься, с пустым мешком выходишь, уже перегруз какой-то там. Так, что тут у нас? Кто бегает по дереву. Кто бегал, по-моему, по дереву. Вот тут вообще диких спавн. Давай, братела. На исходную. Бегом. Марш. А, вон он. Давай, бля, берцаш. Не хотел шуметь, который. Ну ладно. Ну хорошо, что там дикие ходят, по крайней мере это не ЧВК, да? О, ну наконец-то, 222-й восточка. Пойдет. Давай. Хорош. О. О. Что, питонство? Давай попитоним, пофиг. Приятного. Пожрать я люблю. Метаболизм у восьмого стал теперь. Угорает там. Абет у нас. Абет. Так, что ты там... А, вон он. Нет! Так держать! Что-то они в последнее время так уматно начали болтать. Ну ладно. О! Или этот? Летающий объект или какого? Женский. Ой. Ну... Да. Ну, поняли. Что там, братюня? О, вычислил. С горем пополам. Заряженный с зорькой двигается.
Да ты еще и подлечился. Вообще красава. Ну что, хорошо. В общем, смотри, что в прошлый раз я не посмотрел. Вот эту вот... эту землянку. Подошел до сюда, и все. А надо было прям в упор подойти к ней. Офигеть. Раньше такого... ну, по крайней мере, я не сталкивался с таким раньше. Все, квест у меня засчитался, так что я могу даже и не выходить с локации, по идее. Ну, хотя мне уже есть что вынести-то. Мешок полный. Да ладно, пойдем туда, лучше выйдем. Тем более уже темнеет. По темникам тоже не вариант ходить туда-сюда. У меня еще там одна котенка с краю не лутанная. Вот ее в аккурат глянем, да и все, и домой. Переход на берег же есть у меня выход? А, у меня нет. А, нет, есть. Переход на берег, он всегда есть, получается. Ну, правильно, логично. Так. Никого. Сейчас тут поковыряем, посмотрим. Может быть, все-таки мне посчастливится еще газоанализатор найти. Так, добро какое-то нашел. Напильники уже не нужны. Пропан можно, в принципе, скинуть. Необходимость. Бабосики, доляры. Блин, на дне Союза Аполлоны. Винстон бы, почак. И квест закрылся бы. Ух ты, вот это вкусно. Опа. Сейф и всяких. Здесь же на маяке. В коттеджах там. Ну вот. Все. Можно чесать. До дому, до хаты. Еще бывает что-нибудь? Ладушки, айда домой. Все равно хороший рейд получился. Тем более еще и пострелял сейчас по дикарям с болтовки туда-сюда. Там выстрелов несколько сделал. Так что... все идет в навык владения снайперскими винтовками. Хорошо, снова хороший спаун. И поэтому получился быстрый добротный рейд. 16 минут до темна успел все свои делишки сделать. Еще и по диким пострелял. Сколько там попаданий? 10 попаданий. Боеприпасов 9, израсходовано попаданий 10.
Пойдет. Вот теперь отшельник мы можем закрывать квест. Сначала передали послание, а потом нашли, где нашли это послание. Нормально. Вот такая вот жизнь в Таркове. Но главное, егерь доволен, а значит, награда наша. Давай еще один рейд прогуляемся за дикого, а попробуем все-таки найти эту пачку сигарет и один газоанализатор. Я вот чувствую, они вот где-то вот рядом. Поэтому я пойду в лесок, прогуляюсь аккуратно. В общем, посмотрим, где будет спаун. Если МЧС рядышком, то в МЧС заглянем. Если на новой территории, то в затопленную заглянем. На МЧС, да? Ага. 17 минут. Бункер. Мост у мертвеца. Лодка. Блин, вот в этот раз что-то не алё, короче, выхода даже на восточных скалах нет. Это грустно. Ладушки, тогда в МЧС пойдем. В первую очередь. МЧС. А еще тут у нас же будет тайничок. Тайничок будет? Сумка будет? Или сразу в МЧС двигаем? Ну ладно, посмотрим, что, куда торопиться там. Ну, если все залутано на МЧС, что я потом буду говорить. Вот надо было тайник посмотреть. А тут открываешь тайник, а тут газан лежит. Ну, почти. В каком-то тайнике лежит газан. В каком-то рейде, в каком-то тайнике лежит газан. В сумках же тоже бывают газаны, да, попадаются? Что таблетки? Таблеток нам обдолбиться. Ну и ладно, сейчас посмотрим тут в СРФ. И МЧС заглянем. Обязательно. Ну, сигареты, я думаю, что те, кто хотел сдать, их уже давным-давно сдал, те, кто заморочился. Главное, газанчик. Да, в принципе, если это все я сейчас не найду за дикого, то я спокойно это закажу на варку, и к следующему выпуску у меня будет и то, и другое. Это не проблема. Тем более, что сегодня выпуски, ой, эти, рейды получились за ЧВК успешные. Вынес несколько рюкзаков с лутом. Так что вопрос денежный отпадает. Все в ажуре. Блин, надо было сюда сразу переложить, да? Вот так вот. Вот и МБСС. Имеем. Все, вперед на МЧС. Лутаться, а вон, кореш мой. Кореш. Это что за хрень? Почесал на выход, похоже, да? Пошвол, пошвол. Иди, сатока, блин, на лутание пошел. То, что мы найдем, все равно наше будет. Раз. Цукер нашел. Правда, он стоящий. Ну, в принципе, за ячейку 20-ка, да, или сколько, 1025 он сейчас стоит. Неплохо, неплохо. Давай прям попробуем качественно тут подлутать. Что-то я смотрю, похоже, что не смотрели эту МЧС-ку, да? Вроде не видно никого на горизонте. Тушенка. Да ты Тарков. Какой ты Тарков? Все, не нужен мне ни газан, ничего не надо. Только не газан, только не газан, только не... А, это сигарет. Только не Винстон, только не Винстон. Не надо Винстон. Винстон не надо.
Не надо, Винстон. Не сработало. Свои. Да офигеть тут Цукера, ё-моё, этот слипнется потом, да? Рот слипнется. Чай будем сладкий джубошить дома. Так, метаболизм у дикого теперь 3-го уровня. Да ща найдем что-нибудь. Эх, снабовский, что это здоровый, а танковый? А, кувалда, понятно. Опачки, морфий. Что там получается? Шланга заберем. Шланга сюда. Обеспечение полное, смотри. Вроде как и не лутают, да? Или там просто мусор всякий хлоп. Да нет, вот не лутано, пожалуйста. Ибупрофен целый тебе, аквапепс. Ну ничего, скупщику все продам. Ну что, нормально? Тут не лутано. Давай, только не Винстон. Все только кроме Винстона. Ну ладно. Ну чё, надо этого чесать отсюда. Так как я пойду в сторону окраины спящего, в сторону, то я тогда успею еще, наверное, посмотреть палатку. Там, может быть, флешка заспавнится, да? Ладно, остальное мне, в принципе, тут ничего не надо. Оружейки эти всякие. Хотя посмотрим. Давай, автомат какой-нибудь. Понятно, понятно. Все, бывай, братюня. Базу разорил тебя немножко. Дикий мост у мертвеца. Вот у мертвеца можно выйти у лодки. Вот в ту сторону я и пойду. Это как раз на воде. Вон лодку видно. Вон там мертвец. Девять с половиной минут. До той стороны добежать мне, блин, вообще за глаза времени. Может, тогда в эту, в сторожку заглянуть еще, там посмотреть. Там картотеки лежат. Стоят. Картотеки, пару курток. Да, так и сделаем. Так и сделаем. Да. Так и сделаем. А еще там есть 1, 2, 3 временки. Че мне тут выносить? Есть что-нибудь? Нет, нечего. Так что можно смело дальше шуршать. Вах-вах, а тут-то как красиво. Красиво. Приятно.
Ого! Ай, хорош! Ай, хорош! Все, сигареты Винстон нашел. Вот теперь можно идти на выход. Блин, не зря я забежал сюда в эту времянку. Вот теперь реально можно идти на выход. Вот теперь опять мне... Дикий снова нашел мне. Ой-ой-ой, еще один Винстон. Ой-ой, ворон еще. Ё-моё. Ё-моё, чё выкинуть? Блин, и все красивое такое. Ничего не выкинуть. А второй Винстон уже брать не буду. Не нужен он мне. Куртки помацаю насчет ключей. Бам, гаечки. Все. Вот это классно. Вот это я люблю. 7.20 есть. Еще на палатке посмотрю флеху. И все. Валю из зоны нафиг. Интересно, они что-то накрутили с серверами или что? Что-то как-то тихо. На локации лута полно. Водява только заспавнилась, говорят. Флешки нет, водяву будешь? Окей. Так. Чую здесь добычу. Чувствую добычу. Опачки. Мешок. Сода. Сода желтым подсвечена. Там у меня дейлик есть на соду. Блин, пару ячеек. Что скинуть можно будет? Можно будет тушняк, да, скинуть? Аквапепс. Платы с галочками мне тоже пригодятся потом. Можно будет, кстати, дейлик закрыть с содами. Я не помню, там есть или нет лояльности. Прибавят или нет. Сейчас посмотрим, если там лояльность капнет, то можно будет. А если нет, то смысл. Инструменты. Инструменты 30 с чем-то тысяча стоят всего лишь. Уже невыгодно их таскать домой. Ксеноморф уже третий, наверное, за сегодня, да, или четвертый нахожу. Да, ладно, и тут не лутано, что ли, глушители, блин. Можно сюда. Так, тогда давай я сначала вот так сделаю. Это вот сюда. Аптечку. Вот так, вот так. О, пойдет. Парень на стреме стоит тут. И волына, да? Зашибись. ВПОха нулевая. Да ничего не лутано, офигеть. Или просто не берут такое? Да нет, прицел бы точно забрали. Интересно. Такое ощущение, что что-то накрутили с серверами. Или просто я не вечером играю, поэтому такая возня. Да, воскресенье вроде. Выходной. Все дела. Ну, я успеваю еще тайничок глянуть. Я офигею, если этот не лутан тайник. Не лутали. Т.
Так, а полумаски, по-моему, тоже мне нужны будут по квесту же. Заберу полумаску. Я не помню, я их собрал или нет. Там их 7 штук надо будет, чтобы потом не париться насчет этих полумасок. Пусть они сразу дома будут лежать. Кушать они не просят, хоть место и занимают. Но ничего страшного. Это решаемый вопрос. Вот он мой выход. Тут не лутано. Колбасява! Вышел? Нет, не вышел. Колбасяву, я люблю же колбасяву. Приятного. Да на природе, да на свежем воздухе. Залетает прям. Ай, не успел. В итоге, смотри, красивый, счастливый дикарь у меня выходит с локации тупо победителем. 15 с половиной минут, 1800 опыта, налутался от души, нашел кучу предметов, в том числе Винстон, которые нужны по квесту. Дикий сегодня молодец, потому что помог закрыть квест «Вредная привычка». Я нашел недостающие две пачки сигарет Винстон и полный комплект сижек теперь можем передавать. «Вредная привычка» квест закрыт. Давай, пожалуй, сварим этот газоанализатор. К следующему выпуску он как раз у меня сварится, 17 часов, но это, наверное, при условии, что у меня будет включен генератор, да, все это время. А если я его отключу, например, 243 часа, понятно. Ну ладно, значит, будет гореть одна канистра с топливом, ничего страшного. Вот, докупил проводов, и теперь генератор второго уровня улучшения запускаем. Тоже 5 часов займет, и второго уровня гена будет. Разведцентр можем поставить себе. Папка 300 тысяч стоит почти, есть такие деньги. И карты, я думаю, копейки стоят, ну, почти копейки. Окей, денег хватило, значит, готовим. Заказываем строительство разведцентра. Бам, сразу же готов. Отлично. На сегодня у меня все. Денек получился, как по мне, очень даже приятный. Такой Тарков, честно говоря, я больше люблю. Надеюсь, и вам выпуск понравился. Всем спасибо за просмотр, за вашу поддержку, за пальцы вверх, за ваши комментарии и подсказки. Всем приятной игры и хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания.